Друзья, всем привет! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, поздоровайся с своими друзьями! Вы на канале Baby Go! Друзья, сегодня у нас игра на мелкую моторику, и немножечко мы поучим эмоции. У нас есть листок бумаги, пластилин и черный маркер. Мы сейчас нарисуем двух колобков на этом листочке. Трех колобков. Давайте трех. Посчитаем их количество. Опять же, можем прибавить цифры к игре. И сделаем колобкам ротики. Грустный, веселый и нейтральный. Динечка, ты помнишь, как у нас эмоции разделяются? Что такое грустный, что такое веселый, что такое равнодушный? Сейчас мама нам нарисует колобочков. Только носики и глазки. Ну вот она еще у нас их делает немножко разными. Один будет волосатенький. Денечка, смотри, у тебя какого цвета пластилин? Мы можем, кстати, ротики разного цвета сделать, но лучше сделаем красные, правильно? Это какого цвета пластилин? Синий. Синий, правильно. Вот, у нас вот получились три колобка. С носиками, с глазками, с волосиками. Не хватает кого? Друзья, подумайте. Мы вам даем немножко секунд. Ротиков не хватает. Давайте сделаем одному веселую улыбку, одному грустную и одному нейтральную. И сделаем это из пластилина, вот такой элемент творчества. Дениска, у нас ротики какого цвета должны быть у колобков? Какого цвета? Голубые. Почему голубые? Это замерзшие колобки. Вот, смотри, я держу, тебе подсказываю. Мы потренируем с тобой моторику сейчас заодно. Вода. Какого цвета вот этот пластилинчик? Дениска. Вот этот цвет какой? Красный. Ротики красные. Давайте сделаем вместе с мамой три ротика. Один грустный, один веселый и один равнодушный. Давай. Так, скатай из него сардельчику. Сардельчик скатай из ротика. Ну смотри, видишь, не хватает ротика колобочку. Давай сардельчику скатайте вместе. Помоги, поучаствуй. Мама не справится без тебя, Динь. Давай, какой сейчас будет? Веселый, грустный или нейтральный? Рот. Вот она, сарделька катается, да, вовсю? Так. Так, так, вот. И какой? Какой ротик сделаем? Грустный, веселый? Как ты налепить хочешь? Нет, мама, зачем? Помоги, пускай Дениска решит, какой у нас ротик будет. Этот будет улыбчивый, да? Это веселый колобок. Вот такой получился. Друзья, мы сейчас вам покажем. Вот такой улыбчивый колобок. Давай сделаем следующую сардельку, Денис. Давай, крути. Так. Старайся. Молодец. Сардельчик у тебя получилось? Посмотри. Красный. Все, давай. Это второму колобку. Какой у нас будет смайлик? Какая улыбка будет у колобка? Да. Так, второй, правильно. Два колобка у нас с ротиками уже. Да. Давай, лепите. Это нейтральный у нас такой, да? Вот этот будет равнодушным. Хорошо. Вот этот будет равнодушным. Друзья, смотрите, у нас равнодушный. И остался грустный. Давайте грустного сделаем. Грустный. Катайте сардельчику. Вот, так, ничего страшного. Улетела сардельчика, да? Сардельчика улетела? Давай, катай, крути. Вот. Хорошенечко раскатай сардельчику. Вот так вот. И какой у нас центральный колобок получается, Дениска? Как это называется эмоция? Грустный. Повтори за папой. Грустный. Денис. Грустный колобок. Друзья, смотрите, мы совместно сделали с мамой и Денисом три
выражение лица – веселое, довольное, грустное, несчастное и равнодушное, нейтральное, да? Денис, к тебе какое нравится? Улыбчивое, да? Покажи пальчиком, какой тебе больше всех понравился. Вот этот, веселый нам понравился, но мы такие вот веселые и счастливые по жизни. Поэтому нам нравятся веселые улыбки. Пишите в комментариях, друзья, какие вам нравятся улыбки. И пишите, предлагайте свои идеи по такому рукоделию. Может быть, мы еще что-нибудь интересное придумаем. Сегодня были игры на мелкую моторику. Мы с вами ненадолго прощаемся. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. До новых встреч, друзья. Пока-пока.